хорошая игра получилась, потому что ну, мы играли против хорошей команды, и мы знаем, что да, Аланья играющая команда, и никому против нее просто не бывает. И, на мой взгляд, это такая вот две команды, которые показывали темп и держали темп. И здесь игра, наверное, до гола или ничейная, вот так мы ее, наверное, нужно ее характеризовать. Но мы, конечно, расстроены, что мы проиграли. И потому что отдать должное, мы не дали создавать тех моментов, которые Аланья создает в предыдущих играх. И мы с первой минуты все равно держали свой темп. Где-то у нас не получилось забить гол. У нас можно было бы более качественно в развитии атаки сыграть. Но, тем не менее, мы контролировали именно ход игры в центральной части поля и на чужой половине поля. Для нас это было важно, потому что это наш приоритет и наша философия. И да, так случилось, но без поражений бывает побед. И за ребят не стыдно, я их поблагодарил. Так случается, потому что, знаете, бывают поражения бывают разные. И одно дело, когда команда, ну, бывает такое в футболе, что она, ну, просто создала кучу моментов, отвозила, и надо признать, да, есть поражение, когда не хватило времени. Вот у нас, я считаю, что нам не хватило времени, потому что мы, да, мы пропустили, но мы все равно продолжали действовать в том же ключе. Второй тайм мы даже прибавили в скорости и, к сожалению, не забили. Но что ж, так бывает, надо двигаться дальше. Олег Петрович, насколько глубоко перед игрой вы изучали Аланию и насколько удалось угадать то, как она будет играть? Ну, мы Аланию изучали точно так же, как и всех соперников. Как стиль игры и особенности игры, они были понятны, и сейчас мы к ним были готовы. У наших ворот был, по-моему, один стандарт, и это тоже хорошо, потому что, ну, Аланья на стандарт играет разнообразно, я так скажу. Вот, но и не было в Алании такого контроля мяча и ведения игры, как в предыдущих играх. То есть, значит, мы со своей задачей справились. Вопрос в том, что мы дали дойти до штрафной площади, да, и пропустили гол. Ну, это ошибаются все в футболе. Хотелось бы дальше забить? Да, нам хотелось бы дальше забить, но мы не забили. Ну, у нас был момент тоже, но это футбол, что делать.